Илюшка, милый, у тебя, конечно, такое, ну, состояние, потому что ты достиг совершеннолетия, когда твои умственные и физические кондиции совпали. И это, конечно, счастливейший момент твоей жизни. Ну, дальше очень моя жена наговорит больше. Боже мой, все здорово, как мир. Как всегда, предоставляется слово жене. Илюшка, поздравляем тебя с юбилеем. Оглянись на прожитую жизнь. А сколько еще впереди? Ну, ты посмотри на результаты своего труда. У тебя есть прекрасная, молодая, красавица, умница, спортсменка. Ну, уже не комсомолка, жена моя, любимая подруга Анюточка. А твои чудесные девочки, посмотри на них, твои дочки, которые создали уже свои семьи, а их мужья, которые обожают тебя. И, конечно, наши, вернее, твои, мы сейчас говорим о твоих внуках, о твоих с Анечкой внуках, так как без моей подруги Анечки ничего не могло бы быть. А внуках, какие они сладкие, вкусные, какие они замечательные, самые лучшие достались вам. А мы тоже знаем, что нам достаются самые лучшие и самые сладкие внуки. Ребят, никогда не умела говорить по бумажке, но тут у меня лежит шпаргалка, я все-таки должна на нее заглянуть и посмотреть, чего еще я тебе хотела сказать. Вернее, не я, а мы тебе хотели сказать. Успеем, Мазалтов еще успеем. У тебя есть прекрасный дом, гостеприимный, в котором мы обожаем приезжать. Самое главное у человека, мы же уже хорошо пожили и знаем, что самое главное у человека – это семья. И она у тебя есть. А сколько а тебя окружают твои прекрасные родственники и, конечно, друзья такие, как мы. Так что остается нам пожелать тебе только здоровья, 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 так как мудрости у тебя своей хватает, а опыта просто не занимай. И, конечно, видишь, должна Да подглядывать. хватит уже, А, да. нет, подожди, я все договорю. Я понял, не степени не хватит. Нет, все в ту. Ой, боже Ну мой. хватит, да. А, хотела. Тихо, тихо, тихо. Лена, да. Ты же у нас всегда олицетворение спортсмена. Ну все, приехали. Ай, да, приехали, точно. Как базалтов. Так вот, здоровья, здоровья, здоровья. И еще внуков побольше. И чтобы мы встречались почаще. Мазалтов. Вот.